Привет! Этот видос о том, как я решил отреставрировать, а скорее даже почти полностью переделать, одну свою старую фигурку. Фигурке этой без малого уже почти 3 года. За это время Саня уже несколько раз успел упасть со своей полки, из-за чего сломал себе обе ноги. Лакировать я его в свое время поленился, и поэтому он все эти годы потихонечку облазил. Давно он мне уже глаза мозолил, поэтому я все-таки решил вдохнуть в него вторую жизнь. Потому что фигурка-то была хорошая, а косяки можно было исправить. В первую очередь мне нужно было смыть с него старую краску. Для этого я приготовил ему приятную ванну с растворителем. И перед тем, как мы продолжим, я бы хотел, чтобы вы в последний раз полюбовались на этот замечательный коврик для резки. Теперь мои видосы навсегда изменятся. Канал разделится на до и после. Потому что ванночка из пищевого пластика предательски расплавилась под действием растворителя. А все последующее мне слишком больно комментировать. Прощай, коврик. Ты служил мне верой и правдой все эти годы. Ладно, неважно. У него еще и другая сторона есть, так что все нормально. Короче, осознав всю тупость содеянного, я взял уже стеклянную банку и с мыслью, что ну ее-то точно не разъест, как следует искупал Саню в растворителе. И после этого акрил, который я наносил почти 3 года назад, начал слазить, как будто никогда и не высыхал. Это хорошо, если что. Но, правда, процесс это очень грязный, особенно по первости, пока краски много. Я потратил кучу салфеток, ватных дисков, ватных палочек, испортил свои единственные резиновые перчатки, но в итоге вроде кое-как его оттер. На чистовую я мыл Санса уже зубной щеткой, чтобы выбить последнюю краску из труднодоступных мест. Ну а чтобы добраться до мест, которые даже зубной щетки не по зубам, мне пришлось окончательно доломать ему ноги и даже отрезать голову. К счастью, я и так собирался это сделать, потому что хотел менять ему позу. Но после смывки размахивания скальпелем не прекратились, потому что теперь мне нужно было отрезать от Сани все лишнее. Первыми под нож попались тапочки, потому что я хотел полностью переделать всю подставку, да и все ноги тоже, по понятной причине. Ну и кроме того, я хотел их сделать подлиннее вместе с шортами, а то Санс у меня был каким-то гномом. Не, он конечно должен быть низким, но не настолько. Еще я хотел немного приподнять ему голову и отрезать руку. Ну, в смысле, вытащить ее из кармана. Но для этого мне ее нужно было отрезать, чтобы потом слепить новую. Перелепку я начал с головы. И казалось бы, выглядит она неплохо, что там переделывать? Много чего. Как минимум я хотел сделать глаза симметричными и переделать дырку вместо носа. Ну то есть она так и останется дыркой, но уже более красивой. Зубки я ему тоже немного подправил, чтобы они стали чуть более аккуратными. Из-за того, что я решил приподнимать голову, внутреннюю часть капюшона теперь будет видно. А когда я его лепил изначально, я этому месту внимания практически не уделял, поэтому его тоже нужно было привести в порядок. Дальше голову нужно было прикреплять. Но я подумал и решил, что опыт с доктором мне понравился. И поэтому я хочу и эту тоже фигурку сделать минимально разборной. Для того, чтобы ее было проще красить, ну и вообще, чтобы она получилась аккуратнее. Кстати, под последним видосом у меня часто просили рассказать про эти соединения поподробнее. Ну, в смысле, как я их делаю. Ну, мне не сложно. Первым делом я вылепливаю на одну из деталей вот такую вот штуку. Мне сказали, что это называется шкант. В общем, его я вылепливаю угловатым, чтобы уже в соединенном виде деталь не болталась. И если есть такая возможность, эпоксилин лучше всего укрепить проволокой. Потому что он-то сам по себе, конечно, прочный, но в месте, где он соединяется с глиной, он вполне может треснуть. Поэтому лучше лишний раз перестраховаться. После того, как эпоксилин высох, во второй нужной нам детали делаем отверстие, залепливаем его глиной и просто соединяем одну деталь с другой, а всю лишнюю глину вырезаем. Все, супер простой способ, но очень эффективный. Так у нас получается почти идеальное соединение. Пока этот способ меня не подводил. Ну а что касается туловища, я шел сверху вниз. После капюшона я принялся за курточку. Ее я улучшил, сделав немного более пышной. У капюшона срезал шнурки и доделал молнию. Следующее, за что я взялся, были шорты. И это для меня больная тема. У изначального Санса они мне дико не нравились. В этот раз я решил их сделать немного больше и гораздо длиннее. А то до этого их еще нужно было постараться разглядеть. Ну и конечно никаких полосок я на них не оставил, потому что я вообще не знаю, зачем я их тогда лепил, когда их можно было просто нарисовать. Я для самого себя загадка. Ну а дальше я слепил заготовку под руку.
руку без ладошки, если точнее. Я решил сделать его, типа он держит сердечко. И ладошка здесь будет очень сильно мешать покраске, поэтому ее я решил сделать отдельно. Так что о ней немного позже. А пока мне предстояло исправить самую большую проблему изначального Санса. Это его очень хрупкие ноги. И, кстати, очень короткие. Поэтому первое, что я сделал, это немного нарастил основы из проволоки. Где-то на сантиметр. Ну и я решил не мелочиться и слепить их полностью из эпоксилина. Ну, чтобы уж наверняка не сломались. И поверьте, лепить из него это то еще удовольствие. Скажем так, материал он довольно жесткий. Но не такой жесткий, как будущая подставка. Потому что я решил сделать ее побольше, потолще и вообще выложить на нее плитку. Тапочки я решил лепить не с нуля, а использовать старые. И для экономии материала, и чтобы впустую не выкидывать когда-то потраченные силы. Я решил сделать их побольше, чем предыдущие, и слепить немного по-другому. А еще вылепить носки. Это важно. Они помогут скрыть соединение ног с подставкой, ну и просто немного добавят уюта во всю эту тему. Еще я по самим тапочкам прошелся кухонной губкой, чтобы добавить им немного текстуры. Ну и вот так у меня все это получилось. Вполне не дурно, по сравнению с оригинальным блинчиком. Ну и на финишной прямой мне оставалось лишь лепить ладошку с сердцем и пролепить глаз. Один. Зато какой. С рукой проблем особых не возникло, я немного попарился, пролепливая костяшки, но в итоге они получились очень даже неплохо. Хотя работа, конечно, и очень мелкая. Ну а с сердцем проблем вообще не возникло никаких. Его я закрепил на ладошке с помощью проволоки. Ну и последнее, что я сделал, это вылепил глаз. И, в общем-то, с лепкой на этом все. Я сначала немного переживал, что у меня глина не того цвета. Но сейчас мне это даже нравится. Так лучше заметно, что изменилось. А изменилось много чего. Перед грунтовкой я каждую детальку хорошенько подготовил, обезжирив в мыльной воде и сделав каждой удобную держалку для покраса. Грунтовал я все это дело аэрозольным алкидным грунтом. В этот раз почему-то по металлу. Но никаких проблем в связи с этим у меня не возникло. Лег он хорошо и высох довольно быстро. Покраска выдалась на удивление быстрой и легкой. Ну, это и не удивительно, ведь я его уже один раз красил. Правда, кисточкой, а не аэрографом. Но его цветовая схема в моей памяти уже закостенела. Да и вообще, как ни странно, но больше всего сил у меня ушло на покраску подставки. И плитку там надо отдельно покрасить, и рисунок на плитке, и носки отдельно, и тапочки отдельно. И между всеми этими этапами нужно все проклеивать маскировочной лентой, чтобы уже окрашенные штуки не покрасить по новой. Куча времени. И сил. И главное, маскировочной ленты. Сами тапочки, конечно, можно было и кисточкой покрасить, но я очень боялся, что у меня не получится тонкого слоя краски, и из-за этого текстура тапок пропадет. В общем, что-то я разошелся про тапки. Все остальное у меня прошло без сучка, без задоринки. На куртке и шортах ленты я нанес с помощью аэрографа. Лепить в этот раз ничего не пришлось. Ну и на самое вкусненькое я оставил себе его голову. Ее уже пришлось расписывать вручную. Для аэрографа тут слишком мелкая работа. Но может когда-нибудь я и такое научусь делать аэрографом. Ну и напоследок остается только самое приятное. Залакировать покрашенные детали матовым лаком из аэрографа. И когда лак высохнет, собрать все это дело в одно целое. Сильно играться с разборными деталями я в этот раз не хотел, и поэтому, когда с покраской было покончено, я посадил все детали на клей. Так фигурка уже точно стала одним целым. Ну и вот что в итоге у меня вышло. Не новая фигурка, но обновленный старый Санс. Звучит эпично. Все-таки, видимо, я никак не перестану поражаться тому, какой хороший материал эта полимерная глина. Вот фигурке уже почти 3 года, а ее спокойно можно смыть, пересобрать, переточить, перепилить, что угодно с ней можно сделать, и просто взять и собрать новую фигурку из старой. Удивительно. У меня это просто в голове не укладывается. Ну и да, я хоть и люблю себя похаять, но на примере этой фигурки видно, что скилл все-таки немного растет. Мне еще, конечно, далеко до уровня, когда мне за себя стыдно не будет, но я к этому уровню стабильно ползу. Следующий видос будет немножко нетипичным для канала, возможно, это даже будет не глина. Ну, а на этом я пока с вами прощаюсь. Всем удачи и пока!